Здравствуйте! Гороскоп на 14 февраля. Овен. Сегодня стоит обратить внимание на свою карьеру и реализацию. Возможно, повышение в должности. Постарайтесь найти время для размышлений. Это поможет вам лучше понять себя и свои потребности. Телец. Сегодня удача на вашей стороне. Все складывается именно так, как вы и задумывали. Возможно, вы обнаружите новые возможности для заработка. Будьте внимательны к своим финансовым решениям и не забывайте о планировании на будущее. Близнецы. Для вас эмоциональный напряженный день. Вам стоит обратить внимание на свои отношения. Возможно, вы почувствуете сильную эмоциональную связь с кем-то. Будьте открыты к новым возможностям. Рак. Сегодня вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Возможно, вы почувствуете усталость или стресс, поэтому важно уделить время отдыху и восстановлению. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии. Лев. Сегодня для вас радостный и счастливый день, Львы. Не бойтесь проявлять свою индивидуальность и делиться своими талантами с окружающими. Проведите вечер с близкими по духу людьми. Дева. Вам стоит обратить внимание на свои семейные отношения. Будьте открытыми и готовыми к поддержке и пониманию. Избегайте выяснений отношений и споров. Сохраняйте спокойствие. Весы. Сегодня весам стоит обратить внимание на друзей и близких людей. Возможно, вы обнаружите новые возможности для развития и достижения успеха. Будьте настойчивыми и уверенными в своих способностях. Скорпион. У вас произойдут резкие изменения в вашей жизни сегодня. Стоит обратить внимание на свою интуицию. Возможно, вы будете ощущать сильные предчувствия или инсайты, которые помогут вам принять важные решения. Слушайте свой внутренний голос. Стрелец. Сегодня стрельцам стоит обратить внимание на выгодные шансы. Возможно, вы обнаружите новые возможности для общения и обмена идеями. Будьте открытыми и готовыми к новым знакомствам. Козерог. Побалуйте себя сегодня, козероги. Пройдитесь по магазинам и купите то, что вы уже давно хотели, но откладывали. Будьте настойчивы и готовыми к новым вызовам. Водолей. Сегодня водолеям стоит обратить внимание на свои финансовые решения. Возможно, вы обнаружите новые возможности для улучшения своего финансового положения или сможете сделать выгодные инвестиции. Будьте внимательны и осторожны в своих финансовых решениях. Рыбы. Сегодня вам лучше распланировать цели на ближайшее будущее. Будьте открыты и готовы к новым путешествиям. Не упускайте счастливых возможностей, и успех будет в кратчайшие сроки.